Мы находимся на опытном участке полевого города Оренбург на культуре жемчужина Поволжья. Здесь во время кущения мы отработали гербицидом комара в дозе 0,5 литра на гектар. Вот так выглядит наше поле перед уборкой. Сорняков нету. А вот так выглядит наша площадка, где мы не работали нашим препаратом. То есть, смотрите, какие сорняки, а сот переросший. Вот так выглядело бы ваше поле, если вы не работали гербицидом.